Рассказать о спортивном пути, достижениях и поблагодарить за всестороннюю поддержку родных и тренера. Юная каратистка из Химок Анастасия Возничек провела свою первую пресс-конференцию при участии журналистов, юных спортсменов, а также депутата Глеба Демченко и лидера движения общественной поддержки Егора Чинюка. Мероприятие прошло в рамках проекта «Герои Химок», ну а поводом встречи стала крупная победа химчанки на международном турнире «Беларусь Open Cup». Мы рассказываем о тех людях, которые Химки прославили. И у нас, конечно, большая гордость. В нашей школе появилась такая звездочка Анастасия Возничек. Анастасия Возничек – призер областных всероссийских международных соревнований по кёкусинкай. Пришла в карате в 2019 году с открытием комплекса «Юбилейный». Параллельно занималась художественной гимнастикой, но как только раскрыла свой потенциал, сделала выбор в пользу боевых искусств. Я преуспевала в двух видах спорта, но со временем тренировок я поняла, что когда переходишь на профессиональный уровень, нужно вкладывать в себя именно какой-то один вид спорта, чтобы достигать своих поставленных целей. Анастасия Возничек и ее родители поблагодарили тренера Артура Сербиева за то, что из начинающей каратистки вырастил перспективного профессионального спортсмена. Конечно, это для нас тоже был сюрприз, открытие. И действительно, это вот плоды того труда, который выкладывается как она на тренировке, какой опыт передает ей тренер. Ему за это огромное спасибо, потому что сила физическая характера и духа – это его заслуга, какая Настя на ринге – это благодаря его тренировкам. Секция карате «Кёкусинкай» появилась в спортивной школе «Химки» в 2011 году. Сегодня здесь занимаются 130 юных спортсменов. Здорово, что в нашем городе столько талантливых спортсменов. Своим примером они мотивируют вести здоровый образ жизни наших жителей. Анастасия Возничек уже достигла высоких результатов. И мы пожелаем ей дальнейших успехов во всех начинаниях. По словам директора спортивной школы, секция по карате с каждым годом пользуется все большей популярностью. К себе мы приглашаем в школу только профессиональных тренеров с высшим спортивным специальным образованием. Поэтому отбор достаточно жесткий. Но нам помогает и федерация Кёкусинкай. Администрация городского округа Химкам, безусловно, помогает нам. У нас проходят большие соревнования, в которых как бы администрация является основным спонсором наших мероприятий. Соревнования «Беларусь Open Cup» по карате Кёкусинкай прошли в Минске и собрали более 800 спортсменов из Молдавии, Израиля, Китая, Сербии, Эстонии, Турции и других стран. Анастасия Возничек стала чемпионкой турнира в весовой группе до 40 килограммов среди девочек 10-11 лет. Александр Сергеев, Вильфрид Дымковский, новости Химки ТВ.